В течение дня вы должны терпеливо продолжать и продолжать. Кто-то разочаровывается и думает, что я не обретаю никакого результата. Какой смысл повторять все это именно? Я ничего не чувствую. Значит, есть какой-то недостаток или в харинаме, или в нас. Можно задать вопрос, что происходит? На самом деле, этот вина находится у нас, потому что мы не воспеваем таким образом, соблюдая правила и предписания, каким образом правильно воспевать Святое Имя, совершенно сконцентрируя свое внимание, свой ум в молитвенном состоянии, молиться Господу. И постепенно, если вы будете делать это правильным образом, вы очень быстро сможете реализовать могущество Святого Имени. Но если ваш ум блуждает постоянно, беспокоен, беспокойный ум, он также возбуждает чувства, и вы не можете сосредоточиться. И всякие мысли приходят в вашу голову. Даже если тысячи лет вы будете в таком состоянии воспевать Святое Имя, вы никогда не достигнете Кришна прямо. Наша Гуру Варга, Шишимад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, наш Гуру Дев, каким образом они, воспевая Святое Имя, обретали этот сладчайший фрукт Бхакти? Но почему же это не происходит с нами? Мы должны сидеть в одном месте и из своего сердца молиться, и в этом молитвенном состоянии повторять Святое Имя, как Чилава Манагасая Махарадж в Калькутте. Кто-то из учеников спросил Гурудев, как я могу совершать баджан и харинам воспевать. Он сказал, вы должны научиться плакать. И слыша это, ученик сказал, мы и так плачем и страдаем в этом материальном мире. Шрила Вамана Госвами Махарадж сказал, насколько вы плачете? Он не мог понять, почему духовный учитель сказал ему, что ты должен научиться плакать. На самом деле это искусство, с помощью которого мы можем привлечь самого Господа в настроении, в молитвенном состоянии, что я... Почему? Потому что когда мы... Если вы плачете в этом материальном мире, вы должны научиться плакать еще больше, Шрила Вамана Госвами Махарадж ответил. До тех пор, пока ребенок не будет плакать, настойчиво требовать, мать не покормит его, но когда она видит, что ребенок плачет отчаянно, она понимает, что ее ребенок голоден. Поэтому, когда вы воспеваете Святое Имя, если вы не плачете, то тогда Святое Имя, вы не сможете реализовать духовность Святого Имени, и Господь никогда не придет к вам. Поэтому вы должны научиться плакать, как Шри Чайтанья Махапрабху говорит. Когда же этот день придет? И воспевая святые имена, мое сердце начнет плавиться, таять. И когда же эти потоки слез прольются из моих глаз? Вы приходите в храм не для того, чтобы смеяться и шутить. Вы приходите сюда, чтобы плакать, научиться плакать, как у Раджа-гопи плачут. И все преданные Шри Чайтанья Махапрабху, они плачут. Все граждане Айодхи, они тоже плачут. И поэтому, этот плач, он имеет также разный вид. Как однажды Шрила Гурудев во время Враджа-мандала Парикрамы, Шрила Гурудева, он пришел в одно место, которое называется... В общем, и там в этом один саду подошел к Махараджу и спросил, у меня есть вопрос. Он сказал, хорошо, в Друва-Тила, это место в Мадуване. Друва Махарадж смог достигнуть Господа в течение 6 месяцев. Я пришел по этой причине совершать баджан. Друва Махарадж, он смог обрести даршан Господа в течение 6 месяцев. Но почему? Я здесь уже нахожусь здесь много лет и совершаю баджан.
в течение 6 месяцев Господь даровал даршан Друви, но до сих пор Он не даровал даршан мне. Почему? Я рядом с Махараджем. Махарадж ответил: послушай, во время, когда ты испытываешь разлуку, до тех пор, пока ты не будешь испытывать разлуку, Господь никогда не проявится на твоем языке в виде чистого святого имени. Как Друва Махарадж, он, совершая аскезы, он сидел на одном, он находился на одном месте и воспевал эту мантру, которую дал ему Шинара Дареши. И в течение длительного времени он не принимал